Некрещенным тут не место. Кишиневский священник выгнал из церкви иностранного гражданина, который пришел крестить своего ребенка. Инцидент произошел в церкви святых Константина и Елены. По голосу слышно, что девушка растеряна и просит священника успокоиться. Она повторяет, что пришла крестить своего ребенка. Служитель церкви твердо стоит на своем. Ньюсмейкер обратился за комментарием в митрополию Молдовы и вскоре его получил. Митрополия с сожалением приняла к сведению инцидент, произошедший в церкви святых Константина и Елены. Церковный суд тщательно изучит это дело. Если священника признают виновным, в отношении него применят дисциплинарное взыскание. Видео с перепалкой между священником и супружеской парой появилось в социальных сетях сегодня.